я даже не знаю, как рисовать ты говоришь этим. Короче, нарисуем там кисточкой. А канализация центральная? А в самом этом населенном пункте или где-то хутор рядом? Оно там типа, как я думала, это вообще деревня. Казалось, что это вообще город. Да, нормально. Кадыжинск. Ну там как деревня все. Ну, деревья не видела. Это вообще-то станица была. Кадыжинская, да. Ну, там... Потом разрослась. Там рядом этот, как он там называется? Там пивасик живет, да. Нет, в целом на Кубани все станицы живые, но нету такого, что прям ужас. Ну, знаешь, как вот на севере где-то там всего три дома деревянных, ничего нет. А тут везде как бы кирпич, окошки пластиковые, там машинки, у всех все нормально. Мне ее вообще как здесь больше нравится. Мне не нравится, что у нее свой дом. Как бы она же в стене. У нее прям своего личного дома, я помню. И в этом плане, да, конечно. Ты трехлетний Миша рисовал. Мама, я нарисовал. Я сделал. Что за слово написано во втором ряду первое? Икея. Нет, светильник. Стирка, сперма. Что там написано? Пылесос, я не вижу. Светильник. Это такая табличка.